It's a lynch thing. Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Сейчас мы приехали показать вам дом, который уже купили, мы его уже закрыли. Василию привет! Дом мы закрыли буквально на прошлой неделе. Цена вопроса дома был 400... Хозяин хотел 480 тысяч за этот дом. Mm-hmm. Мы его смогли поторговать, еще в наше время такое чудо бывает. Мы его взяли за 445. Нормальненько. Значит, в доме 2200 квадратных фит, в переводе на метраж 204 квадратных метра, 5 спален, 4 ванных, полные ванных комнаты. И что есть здесь недорогой, всего 159 долларов в месяц. И налог на этот дом 2800. Налог, естественно, может меняться. Вообще в следующем году, возможно, поменяется, потому что уже перерасчет будет идти от новой кадастровой стоимости на момент покупки. Угу. Участок земли 0,16 акров. Опять-таки, это блочный дом, имеется бассейн. Мы сейчас все посмотрим, все, что внутри есть. Я сразу скажу, что дом мы купили с мебелью. То есть он полностью обставлен и готов, практически готов. Практически, сейчас, да. Сейчас процесс. Наш Юра, property manager, который занимается сдачей на короткий срок, он заканчивает подготовку, потому что все-таки нужно было, например, помыть ковролин. Они помыли, прям заходишь, очень так свежо пахнет. Нужно было поменять пару кроватей, здесь не было. Вот именно о том, о чем мы говорили в другом предыдущем видео. Обязательно должна быть king-size кровать. В общем, сейчас подходит, еще пару дней осталось, чтобы дом был готов именно к сдаче и запускаются машины бизнеса. Давайте пройдем? Да, давайте пойдем посмотрим. Сказали, да, гараж на две машины. Здесь. Гараж на две машины я не сказала, но вот сейчас говорим. Так, проходим. Тут еще все в процессе, поэтому... Здесь в процессе, вот, да. Но это была часть торговли. Предыдущий хозяин захотел забрать его телевизор, который стоял у него в спальне. Вот мы купили новый, проходим. Давайте пройдем, наверное, в основную зону. Здесь кухня, так, столовая. Кухня. Столовая. Непонятно, какого названия комната, мы так не можем придумать, living room. Да, здесь и что-то играют, и что-то делают. Да, да, гостиная. Обрати внимание, пойдем? Гранитные поверхности. Так, это плюсик. Это хорошо. Samsung у нас здесь, да, техника. Это все из нержавейки, все в хорошем состоянии. Холодильники. Так, пантри давай посмотрим, что здесь. Вот так вот полочки. Угу. Кухня такая, ну, нормальная, не сильно маленькая. Нет, кухня на самом деле даже далеко не сильно маленькая. Она хорошая. Здесь шкафчики тоже опять-таки есть. Смотрите, вот посуда здесь готова, да, все. Да, да. Это тоже идет все. Кофеварка вон, кофеварка. Чайник. На самом деле, когда мы покупали дом, здесь жил сам владелец, и он кое-что забрал все-таки. Ну, своих. У него была какая-то своя кофеварка. То есть вот это все докупил уже Юра. Он знает, что именно, чем пользуются туристы, когда приезжают, что необходимо иметь, что лишнее. То есть ничего лишнего нет, есть только то, чем пользуются люди, когда приезжают в отпуск. Ну, вот это, например, было, да, соответственно? Мебель была. Да, была мебель, да. Вот тут только как будто диваны еще тоже были. То ли столик, то ли что-то такое просится. Сюда что-то просится, да. Ну,
я уверена, что Юра придумает. Угу. Не обращайте внимания на это просто закупались коврики, полотенца, все постельное готовится. Белье, да, угу. Готовится буквально вот уже через несколько дней пойдет полноценная сдача этого дома на короткий срок. Может, вот сначала посмотрим, что здесь у нас имеется. Да, давайте тогда начнем. Сушилки. Начнем, кстати, ландри. С этого крыла. И интересно, я сейчас приоткрыла дверь, потому что я помню, что было в гараже. Здесь было очень много хлама хозяина. Так, и здесь сделали комнатку. Уже поставили бильярдный стол, поставил Юра. И еще какой-то столик, еще такой хоккей аэро. Ага, понятно. Они сейчас просто делают наполнение. Возможно, еще, может быть, стену покрасят или картинки какие-то повесят. Ну, да. Может, какой-нибудь диванчик сюда со временем поставят. По-моему, этот ковролин здесь был, хозяин не использовал как... А может быть, они и положили, честно говоря. Я просто помню этот гараж, в него было невозможно зайти. Там было столько хлама. Понятно. Так, вот она здесь постирочная. Проходим дальше. Да, там постирочная. Давай тогда начнем. Скорее всего, это уже пятая комната будет, пятая спальня. Вот такая светлая спальня. Мебель вся была, вся мебель аккуратная. На ней, по-моему, никто и не жил. Потому что здесь жил только один человек, один мужчина. И он спал на одной кровати, в другие комнаты не заходил. Все такое достаточно новое. Так, что? Так, стандартная раздевалка. Так, все понятно. Что у нас здесь? Так. Уже уборка прошла полностью. Видишь, вот здесь, чтобы кто приходит, там, например, рабочий персонал, чтобы не пользовались уже ни унитазами, все чистенько. Понятно. Тоже гранитные поверхности. Посмотри, здесь классно, везде гранит. Классно. Да. Так. Телевизор вот остается, да? Телевизор был, да. Зеркало большое. Так, куда мы проходим дальше? Вот опять-таки мы возвращаемся в зону гостиной. Ага, вот гостиная, большой телевизор. Очень полочки. Большое помещение, высокие потолки. Высокие потолки, посмотрите, какие высокие. Высокий и как потолок. Это называется, скажи потолок. Мне, вот этот вот люк на крышу. Скайлайн. Скайлайн. Skylight. Light, да. В общем, очень высокие потолки. В переводе. Да, картины все эти тоже здесь висели. Это все осталось. Уже осталось, мы уже купили. Все. Они не остаются. Не говори. Они уже есть. О, какая кровать большая. Так, ну вот здесь вообще так. Вот это вот king size кровать, размер кинга. Шикарненько. Все остается, что отлично. Так, выход на бассейн мы попозже сходим, посмотрим. Так, что у нас дальше? Проходите в ванную комнату. Так, здесь, соответственно, гардеробная. Даже есть маленькая вторая так, большая гардеробная. Здесь больше. Хотя здесь, да, видишь. Я думала, здесь, возможно, для... Как хозяйское помещение, но это гардеробная. Так, две раковины. Так, здесь у нас камешек натуральный. И ванная здесь, и, соответственно, душевая. Ну, все тоже такое чистенькое, между прочим. Тоже подготовленное. Отдельный туалет. Туалет отдельный. Хорошо, закрывается. Так. Мне очень нравится планировка этого дома, так что все находится в разных крыльях, то есть никто никому не будет мешать. Здесь мастер, там спальня, там две спальни и здесь еще одна спальня. Значит, проходим вот в эту спальню, она не очень большая, но достаточно места. Это queen size размер кровати. Это full size, я думаю, честно говоря. Типа твин, опять нет, твин это поменьше. Да, поменьше, да. Так, здесь у нас все стандартно. Раздевалочка. Так. Далее. Тоже отдельная ванная комната, выход из которой тоже имеется. Имеется, все, заговорились, да? Тоже, да.
Уже язык. Так, ванная. Язык сам по себе работает. Ага. Да, есть выход к бассейну, что очень удобно, если дети, например, плавают и захотели воспользоваться ванной, то есть им не нужно через весь дом бежать, они зашли, вышли. Что-то уже подпортила. Извините, я тороплюсь. Мы торопимся вообще-то. Мы торопимся. Так, это была... Мы показали уже 3 комнаты из 5. И проходим вот в этом крыле еще 2 спальни. Так. Тоже она такая небольшая. Ну, уютная. Все есть. Есть гардеробная. А вот эта мебель, посмотри, какая красивая. Да. Здесь прям какие-то вот... Стразики. Я не думаю, что это Сваровски, но очень красиво исполнена вообще просто мебель. И она... Она просто новейшая, на ней еще даже... Муха не сидела. Муха не сидела точно. Ну, так вот посидит теперь, очень красиво кровать. Так, ну что? Вот это санузел этот делит вот эти 2 комнаты. Так. И также он считается гостевым. Ванная с окошком, между прочим, что хорошо. Опять-таки гранитные поверхности. И вот это 5-я спальня. 5-я спальня. Вот тоже. Ну, здесь вот полноценно 2 человека влезают. Насколько я понимаю, я разговаривала буквально сегодня с менеджером. Одна кровать уходит, скорее всего, или которую мы первую видели, или вот это. И обязательно нужно поставить, как я уже говорила, нужен king size, то есть размер. Да, побольше. И нужно обязательно 2 твина. Две маленькие кровати. Или это будет одна над другой, или будут 2 вместе стоять, но это... В принципе, как бы такое правило номер 1, да, ну, да. При сдаче. Туристы любят именно, чтобы была вот такая обстановка, чтобы были именно такого размера кровати. Ну, я этим бизнесом не занимаюсь, я передаю то, что я слышу, и я, в принципе, в это верю. Да, да, у нас есть специалисты, у нас есть специалисты очень хорошие. Да, давай теперь пройдем... в эту красивую зону. Нам здесь, конечно, тоже оставили кое-какой хлам. Мы уже ну, взяли, как было. Было такое ржавое барбекю, Юра вывез. И какая-то полуржавая коптильня. Он тоже это все вывез, все почистил, все аккуратненько. И посмотри, какой большой двор. Да. И скрин такой большой. Опять-таки под навесом это все. Так, здесь джакузи есть спа, джакузи, да. Подогревается, подогревается бассейн? Да. Отлично. Есть вот обеденная зона, есть куда поставить барбекюшку. В принципе, здесь так приватно, да, вообще все ограждено. И опять-таки, соседей посмотри, если ты посмотришь в ту сторону, действительно, во-первых, чуть-чуть на возвышенности, да, на возвышенности. Да, вообще для Флориды это Флорида это равнинная обычно, как бы там, да, везде как бы одного уровня, но есть такие вот Клермонт, например, да, в Клермонте красивые такие возвышенности. Вот здесь тоже удивительно, но вот они есть, и очень здорово, что этот дом находится не наоборот внизу и смотрит наверх на соседние, а мы сказали, что это за город? А мы сказали? А может быть, нет, это Давинпорт? Да, давайте, я не помню, что я сказала, это уже 3-я съемка на сегодняшний день. Мы находимся в городе Девинпорте, на всякий случай, если я повторяюсь, простите. Мы находимся в городе Девинпорт, комьюнити называется Tuscan Hills. Мы снимали в этом же комьюнити таунхаус, Юля выставляла, посмотрите предыдущих видео. То есть таунхаус, чтобы понять разницу в цене, да, тот таунхаус стоил 325, да. За сколько мы его будем покупать, пока не скажем, не имеем права. Но приблизительно вот цены на таунхаусы такие, 325 выставляются. Этот дом мы уже купили за 445. То есть разница в цене, она весомая. Но опять-таки, смотря каков бюджет, может быть, у вас бюджет буквально очень даже удобно подойдет под таунхаус. Он тоже будет сдаваться, так же, как и будет сдаваться дом. Цены будут, наверное, разные за ночь от сдачи. Это уже вопрос не совсем ко мне, но я всегда вас сконтактирую с профессионалом, который вам ответит на
любые ваши вопросы по будущему бизнесу, как это ведется и на каких условиях. Ну что, будем заканчивать? Ну что, да, мы немножко уже подустали, извините. И батарейка садится. Батарейка садится, клиенты тоже волнуются, куда я пропала на пару часов. Так что я возвращаюсь к своим клиентам. Юля возвращается, чтобы монтировать видео для вас. Ну что, до следующих встреч. Пишите свои комментарии. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Мы вас тоже очень любим. Очень гордимся, что вы у нас есть и вы нас смотрите. Да. Спасибо огромное. Мы очень благодарны. Пока. Пока-пока.